Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Соответствующую инициативу он озвучил в обращении по ситуации с безопасностью в стране. Зеленский сообщил, что Киев обеспокоен перемещением российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней. Однажды президент России сказал, если драка неизбежна, нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Россия утверждает, что не принимает участие во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Вместе с тем Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не бросит жителей Донбасса, несмотря ни на что. Ответственность за нынешнее обострение Москва возлагает на Киев. Военно-политическая обстановка в юго-западном стратегическом направлении остается сложной. Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России. Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Владимир Зеленский заявляет, что Украина не боится России, так как имеет поддержку других государств. На этом фоне он подписал закон о призыве украинцев на военную службу в особый период. Теперь, в случае обострения ситуации в Донбассе, армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации.